Итак, записывайте заголовок «Зарождение и развитие синагогальной музыки первое тысячелетие нашей эры». Зарождение и развитие синагогальной музыки, в скобках, первое тысячелетие нашей эры. Помните, после 70-го года храм был разрушен, и нужно было как-то наладить литургию и прославление в синагоге. К счастью, у евреев уже был какой-то определенный опыт. Помните, синагоги когда появились? Во время Вавилонского пленения. Да? Если раньше учения проводили левиты, учения проводили кагены, то теперь кто стал основным учителем? Равин. Да. И еще раз, вы знаете, на тесте это может быть, что равин не является священником. Да? Это четко. Да, равин – это учитель. Помните функции синагоги? Бейт кнесет – дом собрания, да? Бейт фила – дом молитвы, да, и что? Бейт Мидраш, дом учения. То есть три функции синагоги. И опять-таки глава синагоги не всегда бывает равен. Есть администратор синагоги, да, Габай. И есть человек, который занимается, как говорят, музыкой, прославлением. Он называется Хазан, да, Хазан или Кантор. Когда мы разбирали молитву, мы говорили, как называется тот, кто выступает в молитве от лица всей общины. Шалиах Цибур, да? Шалиах Цибур. Это его положение. Но если это и профессия, обычно берут ведущую молитву, потому что, я еще раз говорю, молитвы все идут как? На распев. Тора читается на распев. Видите, в 4 веке только нашей эры появилось, как говорят, читать про себя. До этого читали как тоже? Вслух и на распев. Неудивительно, что японцы, которые, как я уже говорил, родственники евреев, у них глагол «ширу» означает «учиться». Да? Хотя «ширу» – «шир» – «петь» у нас. То есть «учиться» и «петь» получается одно и то же. И ведущий стал называться «Хазан». «Хазан» – это на иврите, да? Помните, есть благословение Барухата Адонай Элогейну, Хазан эт Гаколь, да? Питающий все. Так как бы он получается питающий, питающий словом общину. Хазан это ведущий, ведущий песню, ведущую молитву, ведущий литургию. Хазан. А видите, недаром, как Хазанов, да, кулинарный техникум. Связано, да? Кулинарный техникум. А по латыни «кантары» – песня, да? Отсюда «кантары». По-моему, по-молдавски тоже так же, да? «Кантары», да. Да. Вот. «Кантар», да? Да, да. Да. Мы знаем одного философа. Сына, между прочим, как этот назывался человек, который для лошадей шил упряжь? Шорник. Сын Шорника, да? Эммануэль или Моня Кантор, который стал известным философом Эммануилом Кантом, да? Вот. Это Кантор, видите, это кто? Певец. Кантор, певец, ведущий. Ведущий, значит, музыкальное прославление. Мудрецы наши связывали музыку с текстом. В Талмуде сказано, о таком, кто читает Писание без напева и Мишну без мелодии, как бы говорят слова Торы, законы, которые я дал им, нехороши. Когда тексты пропевают, они лучше запоминаются. Если вы хотите какой-то язык изучать, правда, очень легко с помощью песен запомнить. Если вы начинаете заучивать какой-то текст, просто как текст, вы его уже труднее его выучить. Поэтому, когда тексты пропевают, они лучше запоминаются. Текст Мишны также был размечен знаками кантиляции, аналогичными библейским, и мелодия их передавалась от учителя к ученикам. Помните, Мишна – это часть Талмуда, мы говорили, да? Это комментарий к Торе. И в разметке Мишны
начался процесс еще до завершения Вавилонского Талмуда и закончился в эпоху Гаонов. Талмуд, проход 62, а сообщает также, что чтение Торы сопровождалось движением правой руки, а комментарий Раши к этому месту добавляет, что рука шла за движением голоса, пропевавшего текст в соответствии с знаками его музыкальной разметки. Правая рука, если голос поднимался, она поднималась, если голос опускался, опускалась. Отсюда все, что произошло? Да. Дирижирование, это, оказывается, тоже пришло от евреев, от традиционного исполнения музыки. И это даже говорится в Талмуде. Со временем слова, завершающие каждый фрагмент Торы, стали петь специальным изощренным мелодическим рисунком, наподобие музыкальной каденции. Мишна учит, что красивый голос – это достояние, которое следует посвятить Богу. И называет Хию бар Ада, который был бессменным хазаном или кантором, представителем общины перед Всевышним, который вел молитву общины. То есть в Мишне первый кантор – Хия бар Ада. А Талмуд пишет, что непременные требования к кантору – он должен быть ученым человеком. Значит, запишите требования к кантору. Он должен быть ученым человеком. Второе. Музыка должна жить в нем. Следующее. Он должен быть скромным. Иметь приятную внешность. Требования к кантору. Благозвучный голос. Быть любим своей общиной и быть бедным, чтобы мольба в его устах звучала неподдельно. Вот такие требования Талмуд предъявляет к кантору. Кантор должен быть ученым, то есть дать Тору хорошо. Музыка должна жить в нем. Он должен быть скромным, иметь приятную внешность, благозвучный голос, быть любимым своей общиной и быть бедным, чтобы мольба в его устах звучала неподдельно. Он должен уметь говорить проповеди, цитировать Писание и знать все молитвы на память. Представляете, какие требования высокие? Позднее к помощи кантору в синагоге назначали двух помощников, которые назывались Том-Хим, Том, как дядя Том, Хим, Том-Хим, или Месаим, Месаим, чтобы они напоминали порядок молитвы и их мелодию, потому что записывать литургическую музыку начали лишь в 17 веке. Помощники кантора, два помощника, они назывались Том-Хим или Месаим. Месаим. Может быть, отсюда и слово «меса» произошло, да? Том-Хим, да. Том-Хим и Месаим. Том-Хим и Месаим. Мудрецы Талмуда порицали светское музицирование, так как оно связывалось с языческим служением и ассоциировалось с весельем. А храм разрушен. И о каком веселье не может быть речь. И слова «прилипни язык мой гортани, если не поставлю Иерусалима прежде веселья моего» в талмудической литературе расценивались как запрет светской музыки. И некоторые раввины говорили, что уши, слушающие такую музыку, надлежит отрезать, и дом, где музицируют, заслуживает разрушения. Можете себе представить, везде есть религиозные фанатики, правда? Вы знаете, одним из религиозных фанатиков в Женеве, Кальвин, он такие жуткие вещи устраивал. Он даже дошел до того, что один человек, который не придерживался его взглядов, случайно остановился в Женеве, проездом сошел дирижанса покушать в столовую, он его захватил и сжег живьем. И вот этот человек страшно ненавидел музыку, пение, которое было не связано с духовным вещами. За это штрафовали, высылали из города и так далее. Были времена, которые запрещена была светская музыка, например, в России во времена Ивана Грозного.
Были времена, когда были запрещены светская музыка в Голландии. То есть фанаты всегда бывают, да? Вы понимаете, главное, у нас ограда должна быть где, снаружи или внутри? Сердце наше, да? Ничего плохого в хорошей светской музыке нету, только смотреть, какая она. Если это действительно музыка, которая идет от бесов, то мы сами понимаем. Вот. Но есть и музыка хорошая. Ну, кстати, советская музыка, она была неплохая. Правда? Вот если мы сейчас вспоминаем. По крайней мере, она не была связана с этой всей бесовщиной, которую мы видим сейчас. Она на что-то светлое, да, на что-то светлое вела. Но вот у Равина было такое мнение. Но любовь к евреям музыки, конечно, она все равно преодолевала все препятствия. Однако установили, что музыка не должна звучать в синагоге. Я говорю еще раз, это чисто раввинистическое постановление. Да? И мы не видим никаких причин, чтобы именно соблюдать те комплексы, которые к нам не относятся. Конечно, если мы будем среди евреев сильно ортодоксальных, то не надо выпячивать вот свою свободу, чтобы она не послужила каким-то соблазном другим людям. Но мы должны быть свободны. А то, что нас будут осуждать, нас всегда будут осуждать. Как бы мы традиционно не соблюдали все прибамбасы раввинистические, они сами их не соблюдают, но будут осуждать нас. То есть, да. Да, да. Ну, то есть, они сами не делают, да, других это заставляет. И делают бремена неудобоваримые. Итак, отметьте, это может на зачете будет вопрос, что еврейская жизнь в диаспоре обусловила две почти противоположные тенденции в отношении к музыке. Две противоположные тенденции к отношению к музыке. Первое. Руководители общин предпринимали всяческие усилия с целью, что? Исключить всякое веселье, музыку, да, из служения. А с другой стороны, да, а с другой стороны, если служение станет скучным и неинтересным, что будет? Перестанут туда ходить люди. Поэтому все равно светская музыка, она так или иначе вторгалась. И многие пьюты, и многие мелодии, они написаны, да, на такие вот музыкальные вещи, которые были, да, в миру. Значит, первая тенденция, попыталась верхушка, да, фарисейская, исключить полностью музыку. С другой стороны, им это все равно не удавалось, да, из служения. Вот даже вы смотрите, Адон Алям, да, смотрите, типичный, мы слушали ашкеназский Адон Алям, но это, правда, хасидский вариант, типичный канкан, да, типичный канкан. То есть, вот такие, получается, две противоположные тенденции. Вы знаете, что жертвоприношение, согласно еврейской традиции, было заменено молитвой. И это называлось «Авада Шебалев». Молитва – это что? Работа чего? Сердца. Помните, был у вас на тесте такой вопрос, но я уже повторять не буду. Не человека, да, не разума, не души, а чего? Сердца, да, правильный ответ. Авада Шебалев – служение сердца. Авада, помните, работа, служение. Музыка, в смысле, молитва – это служение сердца. Служение сердца. Это отразилось и в синагогальной музыке. Отказавшись от торжественности и блеска, присущей храмовой литургии, синагогальная музыка приобрела психологическую углубленность и индивидуально-личностную окраску. Для публичного чтения Торы и других текстов Священного Писания в древности возник и выродился особый вид литургического речитатива – соединение собственного чтения вслух с протяжной распевной декламацией. Ну, что такое речитатив? Это ритмичное, да? Речитативное чтение, да. Сочетание с протяжной распевной декламацией. Мелодика и ритмика – подчинены были смысловому значению и структуре текста. Впоследствии такую манеру чтения на распев стали называть кантиляцией. От латинского «кантиля», что значит «пою тихо, слабо».
Значит, речитатив чередуется с распевной декламацией. Это стали называть кантиляцией. Канцеляцию псалмов стали называть псалмодией. Это от двух слов псалмос, греческое, псалом, и ода, песнь, пение. Псалмодия. 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 Такая речитация как характеризовалась эмоциональной сдержанностью, противовес мирскому пению. В диаспоре сложились три основных стиля псалмодии. Первый – йеменский, наиболее древний и консервативный. Второй – сефардский, и третий – ашкеназский. И мы говорили, что в средние века появились что? Знаки кантиляции, да? Знаки кантиляции и система теамим. Теамим, помните, мы говорили, это какие-то мелодии небольшие, структуры, которые обозначались одним знаком, да? Этот знак напоминал на вот этот кирпичик. Что мы, как вот, допустим, на электронном инструменте, да, нажимаем соответствующую клавишу, и звучит у нас определенный ритм. Также и вот это. Значит, теамим и знаки кантиляции. Теамим – это не просто ноты, а условные символы, обозначающие восходящее, нисходящее движение и мелодии, но не определяет точной высоты и длительности звуков, в отличие от нот. И появились два таких типа литургических напевов – это пиюты и змирот. Литургические стихи пиюты, мы уже о них говорили, да, они характеризовались чем? Именно преобладанием рифмы, да. Змирот там не обязательно есть рифма, а просто песнопение, и там преобладает больше мелодия. Змирот – пение. Игуда Гаасид, который жил в средние века, умер в 1217 году, писал так. «Если ты не можешь сосредоточиться на молитве, ищи в ней мелодии. И когда молишься, напевай на полюбившийся тебе мотив». Итак, на какие мелодии мы должны петь? На полюбившиеся нам мелодии. Если вам эта мелодия нравится, пожалуйста, пейте, да? Пойте. Сначала пейте, потом пойте, да. Как знаете, журналы есть там. Пробудись, да, пробудись, освежись и отдохни. Хорошо. Итак, на полюбившийся тебе мотив. Тогда твое сердце ощутит то, что выговаривают твои уста, что именно на песню откликается сердце. И, как вы знаете, впоследствии этот принцип привел к чему? К нигунам. Нигунам. Где слова уже не стали играть существенную роль, да? А что именно? Песня, идущая из сердца. Мотив, идущий из сердца. Да. Вторая – исключить музыку, да? А вторая – что? Все равно музыка входила в... Вторая – противоположная тенденция. Да, противоположная. Да. Хорошо. Да, еврейские мудрецы учили, что теамей гамикра, то есть вот эти мелодии напева, были переданы на горе Синай и совсем забыты, пока в VI веке до нашей эры, после возвращения евреев из вавилонского плена, Эзра не восстановил кантиляционную грамоту для ее использования. Сегодня считается 26 надстрочных знаков, надстрочных и подстрочных. Знаки получили арамейские названия – Пашта, Зарка, Закеф, Катан, Закеф, Гадоль, Этнахта и так далее. Не надо, я просто вам рассказываю о традиции, да? О традиции, да. В 10-13 веках были очень сильные дебаты о том, как дальше развивать музыку и пение. И из них известно, что в начале X века музыкальная наука являлась частью учебной программы высокого уровня, а вокал, то есть земра на иврите, вокал, считался одним из практических навыков.
Хасан должен был быть одновременно поэтом, певцом, композитором, а также развлекал общину по субботам. Вы знаете, что в синагогах после субботнего служения обычно еще устраивается в некоторых синагогах время общения, да, обед совместный и так далее. То есть он на таком обеде должен был развлекать, там он пел духовную музыку, а тут он мог петь любую музыку, быть массовик-затейник, конферансье и так далее, да. Саадия Гаон, который жил в Вавилоне в X веке, книги «Верование и воззрение» посвятил музыке особый раздел, из которого следует, что в Вавилоне не противились введению музыки в еврейскую литургию. Саадия описывает воздействие на человека разных образов, запахов, цветов, музыки, и из его рассуждений видно, что под музыкой он понимал не мелодию, а ее ритмический рисунок. То есть, если в Ашкеназу музыка была исключена, да, то у восточных евреев и у сефардов музыка продолжала сохраняться. Саадия Гаон, книга «Верование и воззрение». О музыке писали еврейские мыслители Испании, как на иврите, так и по-арабски. В 1343 году вышло латинское сочинение по музыкальной гармонии магистра Лео Гебреуса. Лео Гебреуса, в действительности, еврей Леви бен Гершом. Гебреус что означает? Еврей, левый еврей. Лео Гебреус, левый еврей. Да. Известным был также Исраэль Наджара, который ставил спорник с Берот Исраэль. Это был первый еврейский песенник. Он написал его в 1587 году. Наджара пел свои стихи и мелодии, на мелодии, взятые у арабов, турок, греков, испанцев, которые аранжировал по-своему. Его творчество обогатило литургию различными ритмами и задушевностью народных песен. В христианских королевствах Средние века евреи были более замкнуты, чем в странах ислама. Евреи были где? В каких местах? Как они называются? Гетто, да? Помните, первое гетто, это пушечный двор был. Вот, то есть евреи жили за стеной, и поэтому они были более изолированы. Если те евреи могли свободно выступать на площадях, как говорится, перемещаться, то в Средние века евреи были более изолированы. Известен в Германии 13 века Зюскинд, еврей из Тримберга. Сохранилось 20 песен его и рукопись с изображением длиннобородого еврея в широкополой шляпе, стоящего рядом с аристократом и пастором. Ашкеназские раввины противились влиянию чуждой музыки, но все же много народных мелодий Прованса, Германии было переработано в синагогальную музыку. У христиан евреи-ашкеназы заимствовали полифонию, то есть многоголосие. Помните, мы говорили, что все напевы первоначально в храме были как одним голосом. То есть, знаешь, что один человек, да, можно 100 человек петь одним голосом, да? Могут два человека петь двумя голосами. Может один человек петь двумя голосами. Это, кстати, тоже в Казахстане, в Алтае есть такое искусство, но это особое уже. Когда один человек поет на два голоса одновременно. Надо долго тренироваться. Итак, многоголосие. Многоголосие или полифония. Да. Это было взято уже из христианской традиции. И новая гармония, отличную от восточной. Германии, раввины и хазаны создали традицию петь слова молитв в разные праздники на разные мелодии. У каждой общины были свои излюбленные мотивы. Поэтому возникло много литургических напевов. И ашкеназы переместились позднее, вы помните, из Германии куда? В Польшу. В Польшу. В средние века евреи почти забросили инструментальную музыку, и лишь в 16-17 веках во Франкфурте на Майне и Праге появились руководства по игре на том или ином инструменте. Вот. Еврейских музыкантов тогда зазывали отнюдь нелестным словом «лее»,
то есть отсюда лея лентяй, да, или шут. И вошло в обиход слово бадхан. Бадхан, бадах, шутка, то есть массовик-затейник. Так, также человек назывался развлекавший гостей на свадьбе пышными речами и поэтическими экспромтами. Да, а затея возникли клейземер, да, знаменитые клейземеры. Мы о них говорим чуть попозже. Жанры средневеков. Пьют. Пьют. Мы уже немножко говорили, да? Значит, пьют. Это тут есть мелодия и что? И рифма. Мелодия и рифма. Если раньше в пении молитвы и чтении отрывка из Библии господствовал неритмичный, монотонный стиль, то теперь в богослужении стали проникать в совершенно новые мелодии, имевшие четкую ритмическую организацию. Вот совокупность пьютов и их интерпретации назывались пейтанут. А сочинитель пьюта – пейтан. Пайтан, извиняюсь, пайтан. То есть как поэт, да? Пьют, совокупность пьюта – пейтанут. А сочинитель назывался пайтан. Часто пайтаны были и исполнителями гимнов. Пайтану члены общины предъявляли все более и более высокие требования. И были профессиональные пайтаны. Например, в IV веке Йоси бен Йоси. И в VII веке Элеазар Калиль. Даже такие знаменитые ученые, как Саадия Гаон, Раши и Маймонид занимались сочинениями пьютов. Известно 350 пьютов крупного еврейского поэта Испании Игуда Халеви. Вы помните, один из знаменитых. Помните, о, Господь, ты моей души единственная страсть. Помните его молитву, я вам давал. То есть удивительные, да, удивительные поэтические произведения. Значит, первое это пьют, и второй жанр хазанут. Да, хазан – это человек, да? А хазанство, можно сказать, да, исполнение – это хазанут. Да, хазанут. Хазанут. Мы уже говорили о требованиях, которые к хазанам, да. Вот в XI веке уже начались определенные традиции по отношению к хазанам. Хазан, ученик, обычно женился на дочери своего учителя или на дочери коллега. И это, коллеги, и это привело к зарождению цеха, то есть почти замкнутой касты хазанов. Система канторского пения развилась по-разному в ашкеназской и сефардской общине. И это сохраняется по сей день. В рамках хазанута выработаны специфические черты исполнительного стиля и музыкального языка, освоенные на ладовой системе. Ну, что такое лад, да? Музыкально, да, лады. Мы знаем, но подробнее, может быть, вам расскажет когда-нибудь моя жена. Да. Значит, и мелодические модели, аналоги арабских макамов. На их основе хазан строит мелодию, импровизируя и видоизменяя ее по-своему. В разных общинах эти модели называют по-разному. Штайгер, модус, густ, макам. Вот. Ну, например, фрейгиш густ – это разновидность фригийского лада. И штабах – разновидность натурального минора. Адашем малах – это вариант миксолидийского лада. Что такое лад, мне трудно сказать, но это есть определенные формы мелодические, да. Можно ли рассмотреть хазанут как своей форме импровизатора? Да, хазан обязательно был импровизатором. Он обязательно был импровизатором. И вот ведь когда мы смотрим особенности у хасидских, да, вот Арам Фрид и другие, мы видим очень интересные вещи. Вот. Музыкальная интерпретация подвелись многие молитвы. Нишмат Коль Хай, Барухша Амар, Коль Нидрей. Вот мы уже слушали эту молитву, Коль Нидрей, да, и Хазанут. Подверглись мелодизации, да, определенные молитвы.
И в том числе Кольни Дрей, который мы слышали сегодня. Очень интересно. Это Кобзон пел. Это Кобзон пел, как хазанут, да? Как хазанут. И у него был бы хороший хазан, правда? Подобно тому, как христианство многое почерпнуло из философии и этики иудаизма, еврейская литургическая звуковая традиция нигинот стала базисом для григорианского пения на Западе и октоиха или октоэхос на Востоке. То есть одновременно шли изменения и в литургии православной и западной. И причем часто эти изменения вносили кто? Евреи. Многие евреи становились христианами и привносили эти вещи в христианскую музыку. Только в средние века Европа пошла по пути эстетизации звука и звукотворчества. Вот это звукотворчество и получило эллинистическое название музика. Мусика или музыка, да? Помните, до этого, до средних веков, какая музыка была синкретичная? То есть нельзя было выделить отдельно музыку, аккомпанемент, хора, капелла, отдельно там что-то, все, да? А потом уже стали выделять, как греки, греки, да, синкретическое, синкретическое. А греки склонны были к какому? Аналитическому. Поэтому у них каждая муза, одна муза заведовала пением, да, другая муза заведовала там танцами, третья муза заведовала собственно музыкой и так далее, да? Вот. И образовались определенные традиции. Вот такая традиция литургии называется нусах. Я вам говорил, это когда по молитве, помните? Я показывал сидур, и там написано нусах. Нусах какой был? Ашкеназ, да? Нусах сефарди, да? И нусах сфарад. Я вам показывал, да? Значит, нусах ашкеназ пользуются ортодоксальные ашкеназские общины, так? Нусах сфаради, это пользуется кто? Сефарды, естественно, да? А нусах сфарад кто пользуется? Вопрос на засыпку в тесте. Не сефарды, да? А те же самые наши хасиды. Хотя они и ашкеназы, а они пользуются нусах сфарад. Почему? Помните? Потому что в городе Цфате, собрались каббалисты, пользующиеся традицией какой? Сефардской, да? Хотя они были ашкеназы, но они решили взять многое сефардского, и вот этот, хотя и ашкеназский, да, называется нусах сфарад. Я вам показывал, да, Шарей Фила, вот этот толстый такой сборник молитвенник, я считаю его наиболее лучшим. Хотя в ашкеназском традиционном есть некоторые молитвы, которых нету в этом сборнике, который я вам показывал. Итак, значит, литургия, принцип литургии, который вот записано, это как называется? Нусах, да. Множественное число нусхаот. Нусхаот. Да, различные литургии. Нусах ашкеназ, нусах сефарди и нусах сфарад. Сефарди, сефарды. А сфарад, хотя пользуется ашкеназы, но он так называется, да, потому что, взято было хасидами из какой традиции? Из традиции кабалы, да? Нусах ашкеназ, нусах сефарди и нусах сфарад. Хорошо, вот какие, например, известные еврейские музыканты и поэты. Среди известных евреев-музыкантов был Аль-Мансур, лютнист и певец при дворе Хакама I, Абд-Ар-Рахмана II и Миров Кордовы. Абуль-Фадлай Хаздай из Сарагоссы. Первый жил в IX веке, второй в XI веке. Известный теоретик музыки Исхак бен Симан из Кордовы в XII веке. В
германской, ашкеназской традиции, Менезингер Зюскинд из Тримберга, Южная Германия, 13 век, и Шем Тов де Карион, живший, он был трубадуром, один из трубадуров, евреи-трубадуры тоже были, Испании 14 века. Тогда же появились первые бродячие музыканты. Первые еврейские бродячие музыканты. Да. Угу. Совершенно верно. Совершенно верно. Появились первые бродячие музыканты. Но они еще тогда клейзмерами не занимались. В эпоху Ренессанса талмудист Раби Игуда бен Йосеф Маката, 1530-1593 год. В XVI веке евреи – профессиональные музыканты в современном понимании слова. Джованни Мария, это был еврей, перешедший христианство, был виртуоз-лютнист. Абрама даль Арпа, или Абрахам Леви, и члены его семьи, служившие музыкантами во дворе Мантуи. Один из них, Даниэль Леви даль Арпа, был приглашен в императорский дворец Вены во второй половине XVI века. Давид Сачердоти, Коген, в скобках, его настоящая фамилия Коген, Когенович вообще был, из Реверы, сочинил сборник мадригалов, который вышел в свет в 1575 году. Семейство де Росси, Минха Адумим из Мантуи. Наиболее известный их представитель – композитор Соломоне де Росси по прозвищу Эбрео. Вот эта династия Росси, да, она в Италии дошла и до позднего времени. Росси, Россини и так далее. Я вам буду пропускать, потому что вам перечисление всех этих фамилий не очень нужно, да? Вот. Тогда же в средние века возник такой особый вид искусства – пурим шпили. Шпиль – это что? Игра, спектакль, да? Да, пурим шпиль – это спектакль на пурим. Обычно веселые спектакли, хотя это и тема прошлого времени, но как это на злобу дня, да? На злобу дня. То есть, как бы события прошедшего и современного. То есть, эта традиция в пурим шпилях сохранилась и до сих пор. В пуримшпилях была музыка, пение, танцы, да, ну и обычная игра. И вы знаете, что современные опереты, это является, и это был вопрос на тесте раньше, и, может быть, будет вопрос сейчас, да, на тесте, является, откуда опереты произошли? Да, из пуримшпилей. И вы знаете, что самые выдающиеся, вот Кальман, да, Оффенбах, кто были по национальности, как вы догадываетесь? Евреи. Евреи и опять евреи. Хорошо. В 19-20 веке в Вильно, Ковно и Ашмянах и других городах черты оседлости эти города стали центры канторского искусства. Известные канторы Симон Берштейн, Гершон Сирота, Барух Лейб-Розовский, а в Украине Нисон Блюменталь, Давид Новаковский, Вольф Шестополь, Барух Шор и Елизей Гершович. Это были знаменитые хазаны. И одновременно складывался мощный пласт такой еврейской музыки – песенный фольклор. Песенный фольклор. И тут мы уже доходим до клейзмеров. С клейзмеры. Мы, помните, говорили, клейзмер означает музыкальный инструмент. Самые ранние сохранившиеся упоминания клейзмеров относятся к XIV веку. Германии, угадайте, какой город? Берлин. Так, какие еще города Германии? А какие были музыканты? Бремен. Бремен, городе Бремен. Город Бремен был одним из шести
основных таких вот еврейских городов торговых, которые основали Ганзейский союз. Кстати, в Ганзейский союз входил Новгород до его завоевания Иваном Грозным. Иван Грозный, когда завоевал Новгород, он настолько ненавидел евреев и новгородцев, независимо, что он разрушил город и всех почти людей уничтожил. Если кто-то отсюда выцелел, их продали в рабство. Вот так Иван Грозный справился с новгородцами. Итак, в городе Бремен, 14 век, появилось новое течение, которое стало называться Клейземер. Но наиболее это течение расцвело уже в конце 18-го, в 19-м и в 20-м веке. Ну, кроме того, появились уже в 19 веке, кроме клейзеров, и уже профессиональные музыканты. Это Гнесин, Крейн, Саминский, Энгель, Блох и другие. А также Мендельсон, да? Дед Мендельсона был известный философ Моше Мендельсон. Из этой же среды вышли братья Рубинштейны. То есть это было уже реформаторское движение. Помните движение Хаскала, которое происходило в еврействе, да? И представители этой Хаскалы среди музыкантов тоже были. И это уже известные музыканты нам. А также Джакомо Мейербер, Жак Галеви, Феликс Мендельсон, Жак Оффенбах, Антон Рубинштейн, Густав Малер и другие. Энгель жил с 1868 по 1927, вот композитор и музыкальный критик, выходец из России. Он использовал в своей музыке музыку хасидов. Вообще слово «энгель» означает «ангел» по-ашкеназски. Карл Маркс, вы знаете, он в действительности не был Марксом, да? Он был Мордехай Леви. Маркс фамилию просто взял его отец при крещении. Говорят, что какой-то Маркс там служил с ним вместе в армии, поэтому он взял эту фамилию. Неизвестно. Но Энгельс не считает евреем Энгельса, но Энгель — это как раз именно еврейская идишская фамилия. Дальше композиторы Акрон, Гнесин, Крейн, Мильнер, Розовский, Вайнберг и другие. И другие. И сейчас мы перейдем к особо группе евреев, именуемых хасидами. Хасидами. Так, сколько у нас до перерыва? Можно сделать перерыв.